Ну что, ребята, всем привет. Сегодня мы играем на Hell Bonus. Давайте посмотрим, что тут как. Бонус тут, кстати, 100 миллионов. Давайте сейчас по разу отправимся и купим себе какой-нибудь шикарненький домик. Давайте прям вот этот купим. Сразу с гаражом, совсем кайф вообще. Также тут пока стабильненький онлайн 10 человек. Пойдемте, покупаем. Кстати, тут на данном проекте анлок денег. Типа, вы можете иметь больше 10, там, 2, точнее, больше 2 миллиардов. Что очень, кстати, круто, потому что на бонусных серверах всегда нехватка денег, можно сказать, и людям просто уходят в минус баланс. И они не могут ничего себе купить, и приходится вечно ждать, пока админы с базой данных вам все вернут. Бэм, все, кстати, мы купили гараж. Он, кстати, довольно-таки большой. Гараж имеется, домик имеется. Теперь все замечательно. Теперь у нас есть своя недвижимость. Давайте еще купим сразу домик. Ой, господи, машинку себе какую-нибудь. Козырненькую. Я тут с инвентарем все дала. Так. Вход 1 миллион. Мем с минус лям. С нормальным вести. Давайте себе купим какой-нибудь Феррари. Почему бы Феррари себе не купить? Оплачиваем. Все, денежка ушла. Кар. Феррари. Загрузить. Где наша Фера? Вот она, черненькая Фера. Ля какая просто. Пушка. И встанем, все, погнали. Ля, ну вообще песня. Давайте сейчас отправимся, поставим у него стейджик какой-нибудь. Так, ну вот мы уже и прибыли на место. Давайте. Get up. Get up 4. Феррари. Бам, вот он, наша Фера. Давайте зайдем все внутрь. Альтик. И давайте поставим себе все стейджи. Чтобы она просто была пушка ракеты. Бэм, установить. Устанавливаем. И дальше последняя стоит 40 миллионов. Очень маленькая сумма. Ля-ля-ля, смотрите, как она просто резкая стала. Ну теперь это точно уже Феррари. 200, 300, 350, 400. Ой-ой-ой. Просто пушка ракета. Ну давайте тогда сразу отправимся на конты. Давайте, где эти контейнеры, господи, всегда забываю, где они находятся. Так, давайте сюда, маршрут. Пэмс. Все, мы на месте. Давайте сразу тпхнем свою ферочку. На ней с кайфом пойдем к контейнерам. Что просто на плюс вайбике таком. Ой-ой-ой. Тут уже мало какая стоит. Что это, КС-очка? Блин, ну кайф, кайф. Так. Ну, давайте какой-нибудь аксессуар. Вон, дубайский. Дубайский. А это спецтовар, понял. Кунц, по-моему, 6. Давай, где? Ой-ой-ой. Что, спецтовара? Антиквариат. Ксора. Так. Меняем опять. А, тут такая же система. 40 секунд ждем, и тогда они будут меняться. Да. Ну все, да, получается. О, же транспорт, транспорт за 300 тысяч. Давайте его откроем. Готово. Ставка. Применяем. И ждем. Также пока ждем. Давайте я вам расскажу немного о проекте. Тут стоит анлок денег, как вам и сказал. Работы все работают. Дальнобойщик и так далее. Довольно-таки очень много систем разнообразных, поэтому
Вам будет довольно-таки интересно зайти на данный проект, поэтому все ссылочки на данный проект находятся в описании под данным роликом. Заходите. Пока мы ждали, пока я вам рассказывал, вот уже и наша машинка за 330 тысяч, в жестком окупе. Продать в порту, естественно, потому что мне нужна. Так, аксессуар... О, транспорт. Дождались, пока тут ждали, уже и тут. Так, готовы, ставим ставку, Enter и ждем 30 секунд. Два, один, ноль. Опа, и что оно выпадает за 21 миллион? Это бэха М8, донатная. Оставляем себе, прописываем кар сразу. Что это такое? BMW M3 G80 KS. Прикольно. Давайте в нее сразу сядем. И просто... Ну, она, кстати, очень круто выглядит. Ой-ой-ой. Тут типчик с читами зашел. Еще быстренько откинуть. А может это админ? Я не знаю. Бенз. Давайте чуть-чуть куда-нибудь сюда проедем. Ой-ой. Я знаю теперь, где мы будем открывать контейнеры с вами. Сюда вот аккуратненько заезжаем. В правительство. И прямо вот в этом фоне сейчас будем открывать с вами. Все, замечательно, давайте открывать. Первая перская у нас пойдет, вход. Ну и немножечко так еще пооткрываем. А чё выпадают? Опа, маска за 6 миллионов. Продаем. Dodge Challenger Hellcat. Мусах скуль. Давайте по-быстренькому его заберем, посмотрим, что это за машинка такая. Мои награды. СРТ. Car. Dodge. Пенс. Он не может соской. Джон. Ко. Ой-ой-ой. Не, ну это вообще... Бэм, ДТП, все тотал. Включаем аварийки и стоим, ждем. Шучу. Ну что, ребят, данный проект мне, кстати, понравился, довольно-таки интересный, много всяких систем. Но тут выпала из артежечка, такая бодренькая, хоба. Ну, все ссылочки на данный проект находятся в описании под данным роликом. Прожмите лайк, подпишитесь на канал. Вот. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.